Здравствуйте, с вами фитотерапевт Ефименко Наталья Юрьевна. Мы продолжаем серию «Зеленая аптека». Я нахожусь возле колючего кустарника, очень красивого. Боярышник кроваво-красный, действительно, его ягоды кроваво-красные. Но они бывают и оранжевые, бывают и темные, и даже есть декоративные сорта боярышников черные. Боярышники любят использовать ландшафтники, хоть он и часто поражается особыми гусеницами, они его все изгрызают, но у боярышника есть ценное свойство, то есть его колючесть и стена из боярышника, она непроходима. Поэтому в боярышнике любят часто селиться маленькие птички. Но нам интересен боярышник как средство, которое способно всесторонне помочь сердечно-сосудистой системе. У боярышника используются как в народной медицине, так и в официальной медицине цветы и ягоды. Ну, на данный момент сейчас уже поспели ягодки, пора их собирать. Ягоды хорошо сушатся, то есть ягоды можно перерабатывать и в пастилу, ягоды можно из ягод делать варенье, морсы, компоты. Я очень сильно люблю сушеные ягоды смешивать с обычным компотом, где есть курага, то есть источник калия, где есть изюм, источник магния. И вот боярышник, который дает нам флавоноиды, необходимые для сердечно-сосудистой системы. И именно за счет большого содержания именно флавоноидов, кверцетинов и боярышник очень хорошо помогает сердечно-сосудистой системе человека. То есть он показан при лечении атеросклероза, для снятия излишней тахикардии, сердцебиения, при неврозах, при щитовидных поражениях, когда человека мучает тиротоксикоз, то есть излишнее сердцебиение, и страдает сердечно-сосудистая система. Поэтому боярышник, он входит в состав множества аптечных сборов, кардиовалена в частности. Боярышник, запасы его достаточно велики. Есть целые реликтовые леса оставшиеся, ну, в частности, в Коксинском районе. Есть боярышник, который находится еще со времен, когда там было море и ходили еще динозавры. Ну вот боярышник, естественно, хорошо очень растет на приусадебных участках. И посадить данное дерево, это значит обеспечить себя лекарством на зимний период. Поэтому вот сушите боярышник, его достаточно много. Зима будет, видать, очень холодная, потому что деревья подготовились.